вот хомяки банят у Бадона. Ну, видать, что-то знают. Смотрели. ВОД. Походу смотрели все-таки сейчас игру. А может даже и на стриме. На официальном стриме. Интересно, горячо глян. Ну, они опять берут Вивера. Походу, свою тему будут исполнять. Ну, одной темой много не прокатишь. Кто ты уже говорил? Не, ну, конечно, каждому по разу, вот тебе и это. Вот и тебе и топ-1. Ну, самая проблема, что в финале бот-3. Да, там уже не прокатит. Смотри, вот у этих, у хомячков какая-то команда и девочки какие-то на аватарке. У нас вообще 18+ стрим? Или нет? Потому что это явно что-то горячее. Да и големы тоже как бы непростые, вон у них инфернал, да, вроде? Из дотки или что-то такое. В общем, горячая игра вроде. Обещает быть. Ой. Блин, надо было в магазин сходить. Нет уж. Сейчас, может мне быть. Наверное, если пауза будет между играми, я скажу. О, мне кастер нужен. Что, один буду сидеть, что? Ой. И мне тут 10 минут. Ну, в смысле, если это быстро кончится. И там, да. Так, музыку надо. Это же, правильно. Так, взяли Pill Knight. Ой, ну да. Инволв. Смотри, прям. Один в один пики. Ну да. Тут чисто чья тема сильнее. Все по одной темке катают. Ну, говорю, что Глен, наверное, что-то другое сейчас будет брать. Ну, они обычно берут много от хила. В смысле, я видел их игру. Дазл там чуть ли не каждую игру. Странно, что зомбаря нет в банах. Да, странно. Сильный герой. Можем пиарить, кстати, зомбаря. Везде говорить, типа, а чё не взяли? Есть один герой. А чё не забанили? Вроде читаем уже. Угу. Думают, что подбанят хомяки. Хомяки. Я думал, у них все уже как бы отработало там. Ох. Да, все-таки они по-любому смотрели, потому что и герои из прошлой игры забанили. Ну, вот это не очень правильная тема, вот так вот. Банить то, что они брали в прошлой игре. Может, она и правильная. Типа в расчете на то, что пацаны ни на чем уметь. Меня вроде как не слышно, я не знаю, что за рухля. Раз. Да слышно меня, я не знаю. Не знаю, короче. А, все, нормально. Зато... Цвету. Вот эти вот грязные, вот эти вот, блин. Конечно. Все вот саботируют стрим просто. Говорит, опять плохо слышно меня на стриме. Да конечно, конечно. Пусть. Дропов пока нет. Короче, не знаю. Ты там ничего не менял? Нет, вообще ничего не менял. Просто как идет, так идет. Походу зря скайп ложил, ничего не знаю. Вау. Ну не знаю, что там. Что может быть, но вот реально. Тебя плохо слышно? Не знаю. Сейчас. Ну куда? Нет, у меня все как надо. Все как было. Понятия не имею. Ладно, сейчас подождем, у нас официально есть парень. А, да. Давай, ему напишем. Подбанили бака. Горячо глянь, берут Дума. Ой, ну вообще тут Виверу так не сказал. Ой, вот да. Дума это очень хорошо против инвокера, против... Ну просто вот... Вообще я сомневаюсь в пике Найкса. Да и вообще у них три миличника сейчас. Но вот Тум хорош. Ничего не скажешь. Да, сейчас берут Вайда, короче, и как раз под инвокера. Да, да, просто всех миличников в купол ставишь. Пока они там бегут. Недавно в пабе как раз там тип пикает Вайда и говорит, ребята, берите что-нибудь живое.
Ну и правильно. Мой тип купол закастовывать. Что-то знает, пацан, что-то знает. Я взял инвокера, и мы написали. Кстати, мы опять аппарата. У красава короче, Ренат. отлично. Ну ты говори сначала. Хорошо. Короче, читаю следующий дневник, а сейчас будет финга или как. Ну вот смотри, как лич очень хорошо. А, я же говорил, что, у красава Ренат, у команды тоже есть тема, там Войт есть, но немного, ну, не в роли керри, там Войт немного такой хардовый, но если увидите Войда у красава Ренат, хардового, опасайтесь, очень, очень жесткая тема. Наверное, в финале так покажут. Может быть. Может и покажут на, ну, в лиге. С первого, ой, с понедельника вот начинается. Ой, ну, пацаны просто катают. А вот горячо голям видно, что не смотрели. Ну, лич нормально зайдет. Вот если его поставить против триплы. Походу, это лесной дом будет и просто 1-1-2 пойдет. На их... Забирают мидера какого-то. На их с лечом, типа, да, в сейф? Ну да. А может тут потому просто... Потому что сейчас пилой нет смысла ставить. Не, может просто Дум умеет, например, против инвокера стоять на миде. Ну это такое... Ну... В смысле, он не будет нормально стоять. Да в принципе... Вообще никак. Дум вообще нормально стоит. Не знаю, у инвокера нету столько дэмэджа, чтобы... Ну он будет тупо стоять. Инвокер там будет все динамить, добивать. Ну я не знаю. В принципе, я думаю, постоит. Типа, вот если на крипа на реген схавать, максить землю эту... Ну, в принципе, можно, наверное, не знаю. Этого крипа еще надо найти. Ну, ну да, можно прийти. Землю ты тоже там поспамишь особо. Ну да, скорее всего, лесной дом. Вариантов больше нет. Сейчас доберут мидера против инвокера. Ну вот, рейджом-то сетка не снимается. Верхние берут ликамы. Им не важно, что будет. Да. То есть надо под... Ну они по... Ой. Ну не знаю, такое. Ну, хорошо, чё нет. Новый герой. Они взяли толстых героев. Ну всегда приятно. Прям... Ну да, да. А, вот, у них был негр в той игре тоже. В той, которой, я помню. Любят отхил парни, ничего не скажешь. Ну хотя бы два ренджа взяли, и то приятно. Сейчас бы шли в 5 миличников. Да, скорее всего, медовый некр. Как зайдет, непонятно. Но... Ну, отпушивать только пилой можно, а остальное это не особо отпушивается у голема. Все, наш источник сказал, если... что слышно всех. Если хомяки не просрут начало, то будет все хорошо у них. Ну, не знаю. Пила нормально отпушивает. А Дум, как бы, это считай минус герой. Там. Ну. То есть макаю за. Так рано. Не знаю, не знаю. Этот сейф, те в харду, а здесь на X. Причем. А, вот на. Не знаю, зачем тут макарана появилась. В общем, они идут так, а могли сделать... Они опять, короче, смотри, берут просто кучу хила, карт, 11 танга и 3 фласки на троих. Ну да, жестко. А эти сейчас просто на Найкс там в лес уйдет, лич постоит под таром. В принципе, дохнуть не должны парни. Как бы вот ты сетку поймаешь, допустим, да, но ты не застанешься от... Как его зовут? Так, колдфитов. Там затычковать можно просто под бафу. Ой, лич! Куда ж ты? Смотри, вот сейчас дать сетку? Ну, нет? Там... Сосали? А кого? Да, трое, они как бы не видят, то что их тоже трое. Ну тут Дум как бы такой себе, третий. И Найкс, Найкс уже качнул фист. Неправильно немного. И прикалывается. Угу. Вот эти вот приколисты. А как тебе вариант пойти было пилу поставить софт, а пойти даблой вот этот хард против ликана? Ну, нормально можно было. Я
думаю, даже нормально. Лучше Ну, было пила бы, бы чем тут не сейчас. насосала, интересно. Это сетка. Но он же на Тимберчене бы все равно улетал. Вот я не знаю, сейчас нет, сейчас нельзя улетать из станок точно, а из сеток не знаю. Сеток, я думаю, улетел бы. Некр хорошо отстопал, сейчас на хайграунде будет сражаться. Давай, нормально. Пауза. Ну, 200 же рублей деньги. Можно ими кайф. Конечно, я на 1500 как-то катал. На днях. Стокгольм. Стокгольм. Что за ребята 165? Якуты? Да нет. Сидят. Вот, сейчас дум. Важный момент. Хотя нет, какой он важный. Он же в лесной. Но все равно важно, типа, что ты съешь в лесу. Ну, вот этот дом купил смока. Вот этот парень, он... Просто у него дефолт был забит, потому что он на бадоне в прошлый раз купил смока, что сейчас так думаю. У меня расческа тут. Приятно. Ща, вот эти ща через я, это вот самое дно. Вот Значит, интересно, машина повыходила. как постоит на X с лечом. Очень. Будут ли роумить эти... Им надо не постоянно. Они могут бегать за думом в лес. Да тоже сейчас побегут за домом, их там убьют, как там игра была же уже. Ну, Надо там за ценкой выбежали. Ну, с другой стороны, дум плотный. Ему левел 3. Просто сейчас... Убежи. Короче, я бы сейчас сразу ставил вивера одного, провязал смока и побежал бы в них дымгать. И потом бы, не знаю, потом бы, может, обратно пошел. Могут и не убить, кстати. Вот его не крафт? Могут не хватить дэмэджа, если хилочка будет. Сетка короткая, кулфиты, скорее всего, не сработают. Ну, то есть... Ну, вот надо было инвокеру для ганга тогда квас включать. Да, да, вот с куку-ку можно было, он бы точно сам получил. Как бы отхил там 70 хп. Ну, мало, конечно, но... Тем не менее. В общем, меня опять уверяют, что меня плохо слышно. Ну вот у нас информатор сказал, что все нормально. Это уже грязь. Я бы... Ну, поговорил... Ой, подумал. Еще хуже говорят, чем первый раз. Подумал бы, вообще доверять этим людям или нет. Может, я в Dota TV плохо слышно просто? Это тебе надо что-то делать. Да, меня опять плохо слышно. У меня тебя очень громко слышно. Может, стрим рубнешь или что, не знаю. Очень тихо. Да, там прям вообще борода. У меня на максимуме прям. Давай я сам отключу. Так и быть. Сай. Пока пауза, решим свои технические неисправности. А, подожди. Все? Нет, такое вряд ли может быть. Раз, два. Ну, 3 минуты делай, как бы. Не, просто смотрю тут. Угу, я думал, ты тестишь. Раз, два. Раз, раз. Ну, вот так я сделал, но это... А, я могу вот так вот сделать. Ну, не надо, подожди, я тоже сделал, мне и так громко. Стой. Чё? Ну, ничего. Это игра. Да, я все играю, давай. Чё не делать? Пока ничего не надо. Пусть... Ой, не надо, выключи! Пердёшь такой бешеный. Понятно. Дум выходит на ганг. Такое... А, нет! Смотри, что творит этот дум. А, красава! Вот это просто! Вот такой мув хороший. А вот, кстати, дума с этим точно не убьют. С варштомпом. Хотя у них ренджи. Он, ой, смотри, смотри! Смотри, что происходит. Что? Тимберсон на топе.
Опять делают какую-то грязь. Нет. Битый Лайкан, битый этот. 6. Вот сейчас Тимберчей, у него не было, правда, да? Он бы Не сейчас... знаю, я думаю, Ликану надо тут без волков качаться надо было. Да я, блин, я всегда без волков качаюсь. Сейчас волки такое говно, не знаю. Ой, смотри, они еще и быкуют. Найкс еще и выходит куда-то. Ну вот это зря. Он, походу, не в курсе, что рейдж не снимает. Редко и все, он умирает. Блин, сейчас, походу, тебя очень громко слышат. У меня... Вон, смотри, Стиллер говорит. Все. А, кстати, спалили наши. Как это я... Может, ты ребутнешь стрим? Может, ты же сам сейчас включал свой стрим, нет? Нет, я не включал его. Ну вот я включал, там вообще борода. Мне кажется... ладно, сейчас затестим. Пока порассказывай там, что по игре. Я свернул. Я даже от тебя камеру Ну, сделал. Тут, походу, все сбывают на Ликане. Так, нет, я Ликан Нет. Не... А, нет, убивают Лича, он подставился, все-таки сетку дали. Лич-то что там? И затащивали. Ладно, все, я выключу сейчас. Ну, перебековал. Не знаю, стоят даблой против Максимум. Триплы жесткой. И куда-то лет. Ой, сейчас слышно. Не знаю, что про... Ой, опять тут. Вот, нормально, говорят, стало. Да это, блин, ну я ничего не менял. В смысле, я поменял, но... Он подставился. Но вот это зря они делают. Может, там просто агрессивный такой по жизни человек этот Найкс, но... Хотя, нет, первый ну, походу, да, первый шагу раз назад. Лич сдох. Так что оба, видно. Там, на Добла самом деле, просто. Найкс уже два раза мог сдохнуть. Там один раз на тычке одно ушел. Так, что по КСу, да. Вот выигрывает, кстати, Некр. Приятно. Говно выигрывает пила. Ну, пила, как бы, да. Вот и законтрили, собственно, Ликана, пацанов. Крипам не подходит. Да Ликан свое выформит. Ну, пила тоже как бы свое раздаст. Не думаю, что... Ну вот зря он волков вот это вот посылает. Смотри, смотри, смотри. Хоста, Уокера сейчас что-то будет. Ой, они вчетвером Ой. Собрались, они под тавр залезли. Хорошо стоят. Нельзя давить, нет. Конечно, конечно. А вот, И кстати, дум, смотри, как... Лич арморчик качнул. Как тебе такой момент? Ну, как прочувствовал ситуацию, ушел вот под да, тавр. Да, нормально. Странно. Не, на варде, видать, спалился на хосте инвокер. А, ну да, там вард на нижней руне. Ой. Ну как бы увидел тоже, молодец. Ну, Некоторые конечно, не верят. Конечно. Лес фармишка. Куда там смотреть? На крипов надо смотреть. Ага. Который убьешь. Как еще? Да, я сейчас думал, просто начинаю отгонять. Ну, Он ты... нифига не фармит. Ну они сами тоже как бы не. Да нет. Вот если бы не сдохли два раза, было бы вообще. У лич подставляется, нага опять куда-то пошла. Думаю, шестое надо, и начнется тусовка. Вот Ой, это... ну нага стоит вообще не там, где надо. Вот, все, сетка, давай, сетка, друг. Сетка, баф Рейдж. Аппарата. А, все, убивай. Не-не-не, подожди, подожди. Да все, умрет, умрет. Чекуча, все. Так. Не, вот, ну зря, ну зачем? 2-3 стоите, не выделывайтесь. Да, надо просто по таурам стоять. Ну, зато вот лично с... Ой, кой, пила с некром просто отыгрывают. Просто вытащат бичей, так сказать, с ботами. По итогу. Сейчас уже будет... Ладно, я тебе потом покажу. После игры. Ну лол. Сейчас захотел посмотреть. Могу на стрим показать, или там что-то беспонтовое.
Не знаю, я еще не открывал. Но название... Короче, ладно, потом покажу. Там Ликан чуть не умирает на топе. Ну И да. смотри, Некра забирает в миду, колдснапы, но не кончается. Кого? Плотный тут нету. И опять у Некра реген, второй реген, короче, уже из трех уровней. О, вот это нага, походу. Да, нага что-то вообще Ульт непонятно, есть. что он так делал. Да, вот так вот. И тебя И аппарат тоже. тоже спьет, походу. Сеточка, смотри. Оп. Ой-ой-ой, как сильно играет, Сильно да. играет, безусловно. А аппарат-то тоже Походу. немедленный герой. Аппарат непростой. И вардес, давай, вардес на хэкграунд ставь. Кто? На глаз. Ну, аппарат должен был поставить, ладно. Смотри. Так, ну и чё, у нас Вивера оставили против Найкса, ну как бы... Вивер-то постоит нормально, у Вивера вон ПТшка, как видно сейчас. А нет, Базила просто. Ну, этого Найкса Ого. сейчас соло будет играть. Ну все, мне кажется, сейчас аппарату с Нагой надо... Ой, смотри, на Тут миде. какие-то свака были, видел? На миде. Да-да-да, я смотрю. Ой, сейчас Ух, пожить, печка пожить! еще. И подхилиться, и все, и минус нага. Давай, пацан, давай, бежди. Нет. Блин, 7 А армора, дум как где? главное. Дум где? Ой, вот лич. Дум Я далеко, дум. отмансила. Или читает лич. Он, походу, ее сейчас не убьет просто. А, нет. Нет, с руки бы он задолбался ее бить. Короче, минус 2. Вот уже 3-3. Ну, ошибка, там нага какие-то смока поюзала. Инвокер был убит. Инвокер вообще вроде от крипов умер там. А, ну, а аура же есть? А, ну от ауры, значит. Нет, не аура, ауру не качал. Садист. Я не знаю, чего он тогда умер. Там А, некро хуже ничем не никакой бил. нету. Наверное, от крипов, да. Ой, смотри, выезжают на пилу, но пилу вы тут не убьете. А нет, убьют. О, не дотягивается, ошибается. Ну Это все, это стан, минус. бро. Ой! Ой, Некр ты! Некра надо забрать. Нет, подожди, сейчас хилы, минус ликан будет. Промахив. Ну, ой, Ой, ну засал! Ликан тычку Ой, сделал. засал! Погоди, на низу Личал. опять фидят эти бичи. Я бы их давно выкинул уже из стимы. Проесть надо где-нибудь. А, как Ой, мансует! блядь. Ой, Просто... сейчас этого Вивера заберу. Лол, Вивер просто шаг Давай, ну блин, вперед. повесь замедло! Ой, и все живые выходят. Нормально. А вот если бы некор И на Дум низ... выходит. Из Дума пятый левел. Все, надо сетку давать. Да у Сетки него нету. земля есть. Если бы некор вместо топа протянулся на низ, он бы сейчас тут просто минус 3 сделал. А так он просто даром сдох на топе. Динамичный, да? Нормально. Нормально. Ну, хотя только 9 киллов за 9 минут. Ну, такая насыщенная. Бывало и подинамичней. Не, ну то, что много происходит, нормально. Ой, Некра Дезенстрайк где-то. плавит. Непонятно, что кто зашел. Вот Некор Опять на потерялся после смерти. Так хорошо играл. И тут просто два момента без понтовых. Может сломаться что-то в человеке после этого. Так скажу. Да, у него... Вот была бы у него мека сейчас. Да, вообще так, ну, на самом деле, много от морали зависит, там, казалось бы. Все это, а тут бах, кто за два раза сдох, уже не тот. Не тот, что прежде. Арморчик лича, вот это нормально. Она промахивается этого тимберчейна. Ну, мне кажется, надо пилу идти. Ну, блин, такие два саппорта жестких, они вот сейчас просто слегка покупают и идут ромить туда. Смотри, дом нажал. Нага ТП на топ, дает сетку, ну все, тут минус Тимберсон. О! А, нет, пол. Кого? Этот герой умеет дамажить. И тебя тоже. Походу, дабл. Да, клоуны. Действительно, И клоун. этот инвокер будет отдаваться тоже. Нет, он-то ее убьет. Его магия, видно. Пила очень долго задержалась, убил двоих, уйти, блин, ну... Да, пила, это, какой раз уже тимберчином Ой, тут промахивается? на низу, смотри, ульт лича есть, надо кинуть. Раз. Ну надо таймлапс провязать, да, нормально. Сейчас дум будет, смотри, с дум, вон, да? Да, и сразу дум. Уходи. Ну, блин, чё? У вас? Сразу? Нет, не дал. Ну, даже бы Он если бы дал... не убил его. 500 хп, да, такое. И опять, смотри, трое внизу. С инвокером. Ой-ой-ой, все, минус все, походу. Забирайте поле. Ой, как грамотно, смотри, одному сетку, другому кол снап. Ой. Пацан залез, но Зря его вылез, быстро зря убивает. вылез, слайм бы пропушился. А, не, не пропушился. Минус 2. Блин, ну что-то это ты какой-то прям нарезка фидов. Нет никакой-то грамотной игры, все ходят Могут сейчас нижний тавер забрать.
Не, некр там отпушит все, я думаю. Изи, просто. Не отпушит, он пила телепортного стоп. Не-не-не, они. Я думаю, не заберут точно. Сейчас просто некр. Ой, некра. Могут, могут. Смотри, у них вард стоит на линии. Вот сейчас. Тут команда подходит. Причем... Нага, нага улетит, и сейчас некра будет забирать. Да лол, тут вон дум идет. Снизу. Все, он замерзает, все, минус некр. Подожди, у него мека там же, все, вот ну, долину выкину. Ой, как аппарат заультил. И смотри, нага на скольких хп уходит. Да, нагу я видел. Ой, Лизия добивает. Лол. Думал, уйдет. Не ушла. Внутри вот на лоу. На самом деле, драка, думал, лучше пойдет, просто некра просто разбрели. Откуда там столько дэмэджа? Там же мека у него. Я говорю, вот этот аппарат. Ой, сколько это... дэмэджа лика, ну делает. Мансует от пилы. Да, пила спушила тауэр. Да. Уже ой, смотри, буст. Что творит. Он может забрать этот пил. Не-не-не, прокинул. Я, 5-2-2 все-таки. Да. Ну, могут одефать все равно. Пила без портала, вот это плохо. Уже бы, наверное, открыто. Кажется, некуда. Ой, ну, все, давай. Минус блоки. А, там. А, не, на развороте. Подожди, смотри. Не, ну тут должны развалиться. А, ульт опять. Ой, какой хороший опять ульт закидывает аппарат. Да, этот аппарат. Недавно видел игру одного аппарата. Ну все, ребята. Аппарат. До свидания. Вот что-то плохо все сделали, да. А ты что, топишь за хомяков, что ли? Ну что-то да. Нормально играет. Хорошо, хорошо. На самом деле аппарат против некра это нормальная тема. Сами взяли некра под аппарата, короче. Да, они сами себе проблемы сделали. Куча. Ну как раз, ты же говоришь, что они любят много от хила брать. Ну так они-то аппарата взяли по дефолту своего, они просто взяли некра после аппарата. Что за бред? Ну товара вот не пушатся, конечно, у этих хомяков. Ну, по голде вот 500 гг ведет. На самом деле... А, нет, уже. Ну не очень такая игра нормальная. По XP, посмотри, 7500. По XP, да, много очень. А вот по голде как-то все более близко. Может по-разному еще сложиться все еще. Ну, казалось бы, счет 7-18, но. Ну да, есть Doom, который. Да, Doom есть. Просто. Есть Найкс, который, есть в принципе. Некр, который поживет. Да. Некру бы надо еще что-то на плотность. Вот 1000 хп, вот огоним бы и все. С другой стороны, Ликан вот этот начал фармить. Ну, Ликан как бы видно, да, вот. Или в той игре, у него на 10-й было там, ну, чуть ли не Владимир ПТ, или сейчас он в говне просто. Убил 30 крипов, соло стоял. Вот он привез. Да, это пила пожёстче. Он же тогда тоже против пилы стоял, нет, да? Там Вивер был. Или не Вивер, он что-то был. Ой, опять кого-то Лича задели. Пила через колс нам крали. Есть сон у Наги? Если будет, нет. Топ сломал. Надо мид сломать идти. Оставлять тут вивера и идти мид сломать. Да, вивер БКБ. Ой, какой БКБ, дизоль. Уже есть. 15 минут дизоль. Ну не знаю, вот ему дум будут давать, он. Да. Выбирать. Ну дум надо выбирать, кому давать, или как бы инвокеру, который или вивер все-таки. Да, вот тут блинка смотрелась. На самом деле. Ну вот ульт лича еще нормально не заходил. Не знаю, его походу убивают, фокусит, хейтят. Ну, у него 6-й левел такой. Не, почему, он давно уже был, но что-то он просто вивера совладал там внизу. Ну вот, то, я вот, да, вот только этот момент видел, все, больше не видел. Так это было давно, было. Просто он сейчас дохнет по КД и все. И... Да, никуда не хотят уходить. Хомяки. Ну, кстати, может быть и плохо. Да, могли спокойно на миди тауэр забрать. Сейчас постоят, постоят. Да или просто одного вивера туда ставить. Пойти что-то делать на карте. Ой, а, ну Ликан вот смечается на мид, смотри. Дум закастовывает. Вот. Нет, все. И на экс на топе. Это 4 в 4 стояли. Смотри, догоняют их. Ну, не знаю. Сейчас развернутся и надают. О, сентрята стоит. А, чужая сентря. Вот только поставил. А, и своя. Да. Ой, какой дивар плотный. Сейчас нага ультанет. Ультит.
Не знаю, я думаю, хомяки говна поедят вот в этой драке, потому что... Ой! Все, минус вивер. Походу приехал, да? Подфармил, заметим, этих ультом лич. Лич перебековал. Нету хила у... Не было маны на хил. Урсу сагрили. Вокер тут умирает. О, и этого тоже. Нет, маны уже три нет. В одного. Но этого не зацепят. Да. Вот он. Просто... Были ульты у этих, у горячо голема. Быстро забрили вивера с этой дизолю. Все. Ну вот, смотри, минус 3 тавера, да? Там минус 1 всего, а по голде почти вровень. Чем минус 2 тавера? Минус 3, минус 2. А, мид сломали, блин, не думал, что мид сломали, тогда да, нормально еще будем. Экспы много отыграли сейчас. Ну ты за хомяков топишь, я тогда за гремов буду, правильно, надо же это, чтобы так было. Профессиональных а. Стримеров. Ну... Вот тут Doompipe делает, вот такое решение. Хотя, инвокер есть, аппарат есть, чего бы нет. Ну, по-моему, говно. Некор, наверное, гоним будет, да, делать? Да, точно. Вот, ну, это... мне кажется, большая ошибка, что собрал дизоль вивер. Угу. Как бы дамага, я думаю, им и так хватает. Кстати, лично зайдет под армором. Много физдамагеров. Если даст армор какому-нибудь думу, который будет танковать, бегать. Но вот дум... и много минус, дам... минус этого, минус армора. Есть дизоль, есть нага. Ну, да, но... Все-таки армор рул хорош все равно, даже когда минус армор было бы хуже. Как... Вот плохой пайп, все-таки плохой. Я бы сделал БКБ за те же деньги. Хер с ней, пилой там поживет. Отличие только ульта нужна, на иксу все равно, некр. Как бы... Ой, ну пила, нет, не стала давить. А ликан? Да этот убежит, ликан на этом. Ну, можно было развести хотя бы. Вот, кстати, хекс тут не поможет же против ликана, он же так и бегает 5-2-2 в хексе. Смотри, опять заходят. Вот сейчас могут лучше зайти. Ну, но сейчас их они могут опять и встретить, говорят, да, кажется, этот байт на дума. Такой, ну, полубайт такой. А вот сейчас они увидели, наверное. Ой! Ой, ульта ни в кого не попадает, ну да, все, да. Надо отойти. Все, вот сейчас, ну давай, у дум погнал. Дум, смотри, сейвит, дум на. Не дает. Ой, все. Да. Метеор. Ой, сколько же дэмэджа получает дум. Ой, какой... Смотри, как лич... Да, да лича хочу. Ой, минус 3 просто. Все, да, да. Не зря топил. И смотри, дум в говне, лич в говне, но уходят довольные. Санстрайк сейчас надо отмансить, наверное. Да, смотри, сейчас дает. Ну... Блин, ну как? Не доиграл, не доиграл. Вот Дум, видал Дум? Спрятался, короче, в лес и ушел с портала. Ну хотя лич еще. Можно и сдохнуть. Ульт хороший, да. Дивер понимает, что что-то ему не хватает выживаемости. И чё, начинает делать БКБ. Может и не успеть нажать БКБ в Думе. Ну может да, не успеть, потому что... Сейчас мид заберут. Не, не заберут. Сейчас как бы так в обратку... Вот сейчас смотри, в обратку все сдохнут. А нет. Решили отойти. Нет, все мимо. Правильно. О, фарм, смотри, пока. Надо сплитпу. Пуш. Ну, что-то рабовойс какой-то. Скажи что-нибудь, что у меня тут. Раз, два. А, все нормально. Вот Рошана могу спокойно забрать. Сейчас пока ультов нету у них. Ну, у этих. ГГ. Ну им как бы и спешить особо не надо. У них Doom, Найкс. Некр. Вот некр как бы это. Без байбека будешь. С огонечком. Ну, мне кажется, зря они вот в лоб идут. Как бы два раза уже отдались лоб в лоб. Надо же... Надо что-то менять, как в стратегии. Сплитпушить ну, как-то. Да, да. Они что, вивера с собой берут? Ну это ошибка, да. Просто пятером идут. Некр, можно смотри. Было ликану отдать. У некра уже денег, просто валом. Ликану отдать надо было Егис и Вивера просто по топу пикнуть. Ой, смотри, смоки. Некр-то будет? Некр будет.
Смотри, обходят, портал Некра, во-во-во. Да, сейчас будет все сейчас очень плохо, подставится, надо если сейчас Некр. просто... Неку просто подставится нам. Он что-то сыкует. Ой, Мека, ой, в смысле, кура... Сон, сон, Нага, сделай сон, все, и уходите. Все, уходите. Если останусь... Не надо драться. У Лича есть тут? А, ну хотя метеор может хорошо зайти. Ой, метеор попал в это. Дум не успел, Дум. Да, и Дум не успел дать. Но зато метеор про первой частью продамажил этого. Минус 3. Да, да. Так, на Лича тоже забираю. Очень жалко, что Дум не успел Дум дать, действительно. Ой, как пила сейчас всех. Нет, не всех. Там Вивер жестко продамагивает. Да. Некр байбекнулся, да? Некр вот идет такой, вот куда он идет? Сейчас его еще цупанут убьют. Может и убить. А, он заультит, наверное, заультит. Хочет. Ну все, Вивер умрет. Ну дай ты у ему. У него есть, это насрать. Все, отходить надо. Все, надо топ отпушить. Давайте, вот ТП, вот Ликан ТП. Нет. Ну лол. Ну лол, никто не проходит чек на ТП. Смотри, ни у кого нету ТП. Просто бегом, чё. Да, можно было сплитпушить их жестко. Повезло, хорошо стояли там три героя, то, что вот этот метеор прокатился, там еще бласт. А Пайпа не было, Дума, или был? Вроде не успел прожать. Походу не было, нет, походу просто не было в этом. Но Дума там вообще сбрило, он да, да. Даже Дум нет. Скорее всего не было, просто Пайпа у него, потому что что-то он слишком быстро был. И у Вивера через 300 БКБ будет, у Инвокера 3 Некра. Ну вот. Что-то два раза развалились, на третий раз. На самом деле, если еще два раза развалятся, уже к лузу как бы близко будет. Хотя у Найкса не... Порешало то, что еще Нага есть, вот это вот. Ну, да. Наги не было, то по-другому бы все сложилось. Вот, смотри, сейчас пушат вниз, хотя драка опять назревает. Но сейчас они без ультов. Ликан без ТП. Ой, КП. Смотри, какой аппарат. Успел дать Меку, кстати. Да вроде он после уже. Не-не-не-не, успел. Ладно, тут изи отпушил. Отойти надо, да. Вот это кто ТП-шится? А вот это ты зря, походу. Ой, пила, какой дэмэдж. Вивер-то с Аегисом. Ну тут разваливаются ГГ. Да, да, вот это зря пошли. А на Экса добить, да. И Некра, 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 фокус. Отлично. Зря не отошли. Да. Топил за големов, конечно. А кто тут пила еще дерется? Не достал. Ну зря он так лезет, чем. Лучше же драться в дефе. Нет, пошли куда. Там Митов Ликан сломал. Они вчетвером их всех убили. Ну и у ТП у Ликана не было. Не, вообще есть как бы. Не нет, на тот момент у него не было, это потом принесло. Я специально подстрел, он был на топе. Без ТП. У него были вторые Некра и ТП не было. Сейчас третий. Да, просто из соло забирает Т3. Нормально. Некра что, есть можно? Не знаю. Походу можно, потому что Дум сейчас... Этот до сих пор с Аегисом Вивер. Угу. Сейчас у него пропадет. А чё, он же покупал этот. А нет, покупал еще минут. Клаб, нет? Да, но он... Продал что ли? Тьму купил. Ну это Ленка. Пайп надо, вот дом нажмешь пайп? Ну смотри сейчас. Лич вылетел неудачно. Вот. Пайп не нажал. Сейчас нажал. Нажал. Прохилили. И все, и надо драться. Аппарат промахивается. Нет, на ульту этого. Не запаузили, парни. Да, это пауза, но как бы я думаю, тут уже все ясно. Блин, ну вот по голде. А, ну все уже, да, вот не надо было фидить там. Плохо вот подфидили. Тут и тут, да. Ну. Ну, где-то два они. Сами как бы. Плохо подрались. Надо было, наверное, хер с ним давать Дум Наги. И типа как-то пытаться. Да, дизейпов у них вот плохо нету. Только Дум. Ну тоже Дум в Нагу с Алёшей.
Тиндвокер Ну, там с да, Вивером. раздаст. Ну, такое, да. Это сейчас, как бы, после драки, понимаешь. Тем более у Вивера Егис был. Ну вот, наконец-то забирают Егис. Больше цеплять вот нечем. Вот, он Ой, просто ульт. берет и бегает. А Ну, ульт не на патчет лич? дома. Выкинул, что ли? Ну, пока мы его... А, в линку ушел пульт лича, лол. Мари, сторона стоит. А, мина нет. Мина, да, нет. Надолго. Неприятно. Ну все, тут уже как бы... Теперь-то точно. Не закомбэчит. Вот нету какого-то, да, вот такого цеплятора жесткого. Вот вместо Найкса надо было брать... Не знаю даже. Кто бы лучше постоял, а кто бы цеплял. Просто дабла вот это фидище, это вообще не дело. Что там за герой есть? Ну, скорее, некр был лишний. Да не, некр хорошо. Найкса-то они вначале взяли. Просто аппарат был как бы контракт некрова. И аппарат-то вначале очень сильно два раза ультанул, так хорошо прям. Там просто две драки было и выиграны чисто из аппарата. Не знаю, но Найкс точно не зашел. Вот кто-кто, Найкс точно не зашел. Да это такой герой, я говорю сейчас. Сейчас его даже в крутых играх редко пикают. Крутые это игры кроссоверина? Да. Ну да, мы не берем. Можете не банить. Ну все, идут тут заканчивать. Что-то там Найкс рисует. А, вот то, что они да, стояли. Да, то, что надо было не заходить, но... Конечно, ну... Поздно, поняли. То есть надо как бы до игры такие вещи поминать. Ой, смотри, комба. Сон, ульт аппарата. Ну, как бы вот то, что они там отдавались, они бы... По-любому бы там отдавались, да, я думаю. Давай сейчас во вторую. У тебя есть кто-нибудь кореш? Во уры. Нет, у меня. Ой, а, выиграли, лол. А, да? А, ну все, сейчас финал, значит, будет. Свен проиграли, не знаю, что там за игра была. Ой, какой Свен? А, ну да, Свен. Ару.